Blender 2.81, продолжаем доделывать дом. В этом ролике давайте второй этаж и крышу сделаем. Потом будем ступеньки, окна, колонны, тут балконы добавлять. Так, переименуем вот этот план в дом. Первый этаж напишем. Первый этаж. Enter. Его можно закрыть. Теперь заходим в Object Mode, семерка на numpad, Shift, A, добавляем Mesh, добавляем план. Так, первый этаж все-таки понадобится. Так, для начала S сделаем такой же размер, как и этот этаж, ну, чтобы одинаково было. Так, теперь его немножко приподнимем на высоту. Семерка на numpad. S еще немножко подгоним. Ну, что-то вот в таком духе получается. Так, многовато. Хотя, если портик сделать еще, то будет нормально. Но это потом, попозже. Так, первый этаж закрываем. Этот план переименовываем второй этаж. Enter. Семерка на numpad. Ну и опять же Edit Mode. И погнали все это дело разбивать. Loop Cut. И делим все. Опять стена. Так, стена. И вот здесь. Итак, вот здесь будет балкон. Вот, добавляем луп. Вот так вот побольше. Надо вот прям вот так вот сделать побольше. И теперь еще один луп кат. Добавляем вот сюда. Ну, а здесь потом расчертим. Так, здесь будет выходить лестница, да? Вот так вот. Расчерчиваем. Здесь будет опять же окно. Ну, вот так где-то. Тут окно и тут окно. Здесь будет тоже перегородка. Ну, где-то вот так вот. Можно ее потоньше сделать. Межкомнатная. Здесь задняя стена будет. Ну, наверное, тоже окна надо добавить будет. Так, здесь. Так, Ctrl-Z, если что, потом добавим уже в процессе. Ну и вот это все нужно поудалять будет. Опять же, можно включить C. Escape, переключиться на полигоны. C. И вот это все. Так, здесь еще стена должна быть. Пардоньте. Loop Cut еще один добавить надо. Вот здесь будет стена, еще одна. Вот так вот. Здесь будет дверь. Так, дверь будет. Ну, где-то. Да вся вот эта одна дверь и будет. Ctrl-Z пойдет. Экспериментируем просто. Так, семерка. Ну, а теперь полигоны. И удаляем C. Так, вот это не надо. Вот это тоже не надо. Здесь тоже будет комната. И здесь будет комната. Все, это delete. Escape. C отключаем. Delete. И face. Ну, вот теперь что-то прикольное. Включаем первый этаж,
Переключаемся, смотрим, что он, где он тут. Так, семерка на нампаде, единица на нампаде, тройка на нампаде. Так, он тут интересно стоит. Так, оттеняет, да? Ну, а теперь А, английская. Все выделено. Единица на нампаде. Первый этаж включаем. Уменьшаем колесиком. Теперь включаем MOV и жмем E. Щелчок. Вытягиваем. Вот так вот. До окна E. Теперь где окна будут. И E. Где будет этаж. Вот так вот. Ну ничего, так прикольно. Так, единица на нампаде. Получается, здесь должно у нас быть две двери. Это вот будет на балкон. Значит, нужно удалять вот эти полигоны. Вот этот и решив, что вот этот и вот этот. Сначала выравниваем, делаем более-менее одинаково. Shift Alt выделяем. И Move где-то вот таким вот образом. Ну и добавим узкие окна вот здесь по бокам. Не знаю, что за дизайн такой будет, но пойдет. Так, где-то вот такое окно добавить. А здесь вот такое узкое. Вот так. Выделяем вот этот полигон, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Жмем Delete Face. Выбираем опять же задние вот эти полигоны. Это Delete Face. Смотрим. Ну, ничего так. Так, теперь вот это окно Face и это окно Delete Face. Здесь тоже Delete Face и вот здесь тоже Delete Face. Так, окна есть. Размечаем теперь дверь. Переходим на ребра. Shift Alt выбираем ребро. Ну и вот так его отводим. Теперь Shift D, щелчок, и уводим вот сюда. Вот это будет уже дверь. Так, Ctrl Z, Ctrl Z. Shift D лучше не делать. Значит, делаем лупкат. Вот этот добавляем. Пробуем полигоны. Перешифт. Вот этот Delete Face. Delete Face. Так, ну вот уже. Тут еще пол сейчас выберем. Будет вообще шик. И балкон добавим с крышей. Будет нормально. Делаем loop cut. Режем тут дверь. Вот так вот. Shift Alt на ребрах. Выбираем регион ребер. И вот это все дело оттягиваем чуть-чуть сюда. Так, выбираем полигоны. Вот этот через Shift зажатый левая кнопка мыши. И вот эти тоже. Delete Face. Так, вот уже бомбично. Ну а теперь давайте выбираем вот эти вот ребра тоже. И по прошлому ролику закрываем их. Так, выбираем Shift Alt. Сначала ребра включаем. Shift Alt. Это ребро и это ребро. Теперь Edge и находим Bevel, Bridge Edge Loop. Все, бомбично. Теперь вот этот тоже
щелчок, регион, регион. И опять же Edge закрываем. Смотрим, чтобы не то что-то не выбрать, чтобы не было наложения вершин, полигонов, короче, чтобы не было косяков. Shift-Alt вот эту выбираем, снимаем, выделяем Shift-Alt вот эту, и все. Повторяем и повторяем. Так, снимаем выделение. Shift-Alt, Shift-Alt. И опять же закрыли. Так, тут закрыто. Теперь двери. Приближаем, смотрим. Shift, зажатое колесико оттаскиваем. Перетягиваем. Shift-Alt. Так, что-то не туда выбирается. Так, этот выбрался. А вот этот нам не нужен. Через Ctrl его снимаем. Вот такие косяки бывают. Ctrl-Z. Интересно, что тут выбралось. Так, вот, не выбрался вот этот край. Ну и делаем теперь, опять же, Edge, Bridge Edge. Да что такое? Где тут, в чем косяк, интересно. Пробуем вот так и вот так. Жмем F. Вот так вот. Так. Жмем F. И тут F. Вот так вот тогда закроем. Ну вот уже этаж. Так, смотрим, вертим, крутим. А вот эта стенка нам в принципе будет не нужна. Тут будет лестница, вот эта часть. Ну давайте полигоны. Delete. Фейсы. Delete. Фейсы. Ну вот уже нормально. И закроем вот эту термонишу. Так. Shift-Alt. Так, а задние нам не нужны. Просто закрываем F. Все. Так, что-то опять зацепило. Ctrl-Z. Выбранный полигон. Значит, так позакрываем через F. Нормально. Ну и тут тоже уже можно так через Shift-Alt выбрать и попробовать F. Bridge. Привязывается к какой-то вершине. Ну ничего.
Ну а теперь давайте подчистим чуть-чуть вот это все дело и уберем ненужные нам ребра вот эти. Потом можно новые понарисовать, будет, наверное, возможно. Так, А английское выбираем, X английское, Limited Default, вот так вот. Выбираем Complete Mode, переключаемся на первый этаж, Edit Mode, английское A, X, Limited, вот так все поубиралось, прикольно. Ну вот, есть уже такая штукенция. Первый и второй этаж. Теперь нужна крыша. Так, единица на нампаде. Так, семерка на нампаде. Shift A. Mesh. План добавляем. Единица на нампаде. План поднимаем. Так, теперь жмем семерку на нампаде и жмем S. Вот так вот. Конечно, четырехскатку сделать было бы прикольно. А четырехскатка надо крестом резать. Попробуем, экспериментируем. Так, это значит Edit Mode. Выбираем вершины, жмем К нож, выбираем первую вершину и режем вот сюда. Жмем Enter. Теперь жмем К, первая вершина, К, Enter. Порезали. Ладно, дальше экспериментируем. Выбираем вершину вот эту, жмем семерка, единица на нампаде, так, единица на нампаде, shift колесико, и попробуем поднять вот эту вершину теперь кверху. Вот так вот. Да ничего так, прям таки крыша, но по высоте должна, наверное, чуть побольше быть. Вот где-то в таком духе. Ну, прикольно, а что? Получилось. Первый раз, кстати, ее так пробую сделать. Двухскатка-то понятно. А вот это вот пойдет тоже. Так, теперь что надо сделать? А теперь нужно вот эти ребра выделить. Так, а лучше... Так, первый этаж закрываем и второй закрываем. Выбираем вот эти вот ребра. Так вот, делаем английскую, так, сначала move, E, щелчок, выпускаем, вот так вот. Добавляем теперь вот так вот loop, выбираем полигоны. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. И теперь Shift. Выбираем вот так вот крышу, Shift-Alt. Вот так. А вот эти полигоны не надо выбирать. И делаем теперь S.
Вот что-то в таком духе. Ну, все нормально. Проверяем первый этаж, второй этаж. Снимаем выделение английское А. И садим крышу где-то вот так вот. Вот так. Теперь нужно парапет у второго этажа выпустить. Так. Единица на нампаде. Object Mode. Второй этаж. Edit Mode. И режем вот так вот вверх теперь. И вот что я боялся, что лупкат после того, как делаете X и вот это Limit Dissolve, лупкат в принципе, по-моему, не хочет резать. Так, а если просто ребра выбирать, то ребра выбираются. Пробуем еще раз, может у меня сбой какой. Нет. Не хочет резать. Но зато хочет резать нож. Жмем Enter. Так, теперь К английская. Так, это Escape. Выбираем вершины. Вот эта вершина, это G повыше. Выбираем вершину и режем на эту вершину Enter. Так, смотрим. Выбираем вершину Move. Сравниваем Move. Ну, вроде все более-менее. Так, вот эту вот вершину. Вот с этой объединяем и жмем Mirror Vertical, так, Merge Verticals, Alt Center. И вот теперь ее убираем и вот так вот кверху поднимаем. Вот такой косяк. Если линии все убрать, ребра, то получается лупкат резать не хочет. Я почему-то так и думал, что такая штукенция будет. Так, ну в принципе нормально, норм. Ну, а теперь полигоны и вот таким вот образом. Так, а вот здесь вот лупкат уже должен резать, по идее. Да. Здесь он уже должен резать. Потому что появилось, а вот здесь уже не появилось. Ну, тогда не беда, вопрос. Опять вершины. И тогда нож жмем К. Жмем Enter. Опять жмем К. Щелчок, Enter. Ну и тут тоже соединим К. Щелчок, щелчок. Enter. Выбираем полигоны. И пробуем так.
вот этот полигон, вот этот, вот этот и вот этот. И делаем S. Небольшой такой козырек. Нормально. Еще чердачное окно можно добавить. Коньки там вся гадня. Shift A, Mesh Plan. И получается S. Ну вот, вот такая штукенция. Можно также теперь, если сделать, вот закрыть вот эту дверь, в принципе, под балкон пусть будет, можно и двух, и трехэтажный теперь, вот можно первый этаж сделать третьим этажом, где-то что-то закрыть, где-то что-то порезать, где-то что-то переделать планировку. Вот такая штукенция.